В России проживает около 41 миллиона семей. Более чем у половины из них есть дети младше 18 лет. Российские пары все чаще регистрируют свои отношения официально. Только в прошлом году число браков увеличилось почти на 16 тысяч. Причем, по данным последней переписи населения, замужних женщин в стране оказалось больше, чем женатых мужчин. На свою свадьбу молодожены тратят от 150 до 500 тысяч рублей. Причем сумма, которую семьи выделяют на организацию праздника, не зависит от уровня дохода. Примерно столько же за свадьбу выкладывают европейцы. Всероссийская перепись населения выявила самую большую семью численностью 150 человек. На вопросы переписчиков глава семьи отвечал с помощью самодельного справочника, чтобы никого не забыть. А на звание самой крепкой семьи в мире претендует супружеская чета долгожителей из Дагестана, которая состоит в браке более 100 лет. Самый короткий российский семейный союз продлился всего 25 минут. Менее получаса понадобилось новоиспеченному мужу, чтобы сжечь свидетельство о браке в вечном огне. Вступить в брак россияне могут в ЗАГСе любого региона страны, независимо от места проживания. С 2011 года в большинстве регионов страны можно будет подать заявку на регистрацию брака через интернет на сайте местного дворца бракосочетания. Согласно закону, со дня подачи заявления до регистрации брака должен пройти месяц. Сократить эти сроки можно, но нужны уважительные причины. Это большой срок беременности, решение жилищных вопросов, отъезд одного из супругов в длительную командировку или тяжелая болезнь. Других объяснений ЗАГСы не принимают. Так что большинству влюбленных придется ждать. Но вряд ли это испугает россиян. Ведь абсолютное большинство, 91%, вступают в брак по любви. Социологи насчитали только 3% корыстных супружеских пар. Чем руководствовались остальные 6%, не уточняется.